данном видео я хочу вам показать, как пополнить баланс через Pair и купить пакет. Давайте же пройдем и посмотрим. Заходим в кабинет, нажимаем логин. Так, заходим в наш e-wallet и нажимаем Pair. То есть, что я хочу донести, немножко остановлюсь. То есть, если у вас на балансе есть какая-то сумма, но вам не хватает, допустим, купить пакеты, да, и вы хотите дополнить или, в принципе, пополнить, купить новый пакет. Сейчас я вам это, как бы, хочу продемонстрировать и показать. Так, нажимаем Pair, вбиваем 37, пусть будет, долларов. Так, да, вот мне показывают, выбираем шлюз, тут у нас их много есть, но я конкретно выбираю Pair USD. Так, сейчас пробьем email и пойдем дальше. Так, все здесь есть, здесь посмотрели, комиссия какая, вот 0,36 цента, и нажимаем подтвердить. Нас переводит на Pair, мы вбиваем капчу, и нам надо пройти за пин-кодом на email. Это четырехзначный номер, которые нам Pair высылает на нашу почту для верификации входа, ну и действий. Так, копируем этот код, проходим на Pair, вставляем, нажимаем далее. Вот мы перешли на наш счет, тут нам говорит, с какого баланса. Ну, непосредственно у нас долларовый, то есть у нас все хватает, и нажимаем подтвердить. Так, вот сумма 37, вот нас уже перевело в кабинет, заходим в e-wallet, вот видим сумму 37 долларов. И мы хотим, конечно же, купить пакет. 37 пакет мы не купим, 2 по 20, да, мы возьмем с нижнего баланса. Сейчас я это покажу. Нажимаем пак, я вот хочу купить за 50. Вы видите, да, у меня есть 37 и 13. Эти два баланса объединяются. Мы нажимаем buy. И все, мы видим, вот у нас появился еще один пакет, вот 31 число. То есть приносит он нам 75 долларов. То есть 150%. Все супер, все отлично, компания работает. Вывод, вот, все работает четко, быстро, без всяких проблем.